5 grand just to see you dance. Всем привет, всем привет, ребятки. Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Player 5439. Я эту базу уже рейдил. Она довольно-таки скудная, ну, по луту, если говорить. А так надо потратить одну сиху, да. Да, это она. В общем, единственное место, где есть 4 ящика, 4 хранилища даже, это вот это, вот этот маленький квадратик. Вот, 2 на 2. Еще есть ящик вот здесь. И тут сейф стоит. Но опять же, этот ящик, последний раз, когда я взрывал, он был пустой. Там может быть только лут, который у вас украли. Опять же, не факт. Получается, если вы взрываете где-то вот здесь, открывается вот эта часть дома. И потом, если вы взрываете дальше, открывается вот эта часть. Кроме вот этого маленького пространства. Но ни здесь ящиков нету. Так что сишки лучше не тратьте. Там ничего не найдете. Интересного. Ящиков нету. Там только эти, по-моему, столы и что-то такое вроде бы. Больше там ничего нету. Поэтому я взорву только здесь. Сейчас быстренько избавлюсь от зомбарей, которые придут. Давайте, пацаны. Давай. Как же быстро и просто с блоками, а? Здесь у нас 4 талона, 20 проволоки. Это у меня украли. Транзисторы. Ну, хрен с ними, заберу. Если есть такая возможность забрать, почему бы и нет. Все равно больше тут ничего не найду. Это у меня украли тоже. Еще бы микросхему найти. О, найс. Микросхему у меня тоже сперли. Осталось 3 бутылки воды и бутылка крепкого алкоголя. Но тут ее нету. Значит, она вот в этом ящике, как я и говорил. Вот в этом ящике, вот здесь за стенкой стоит хранилище тоже. А здесь сейф. Но так как сейф мы открывать не можем, а сишку взрывать ради того, чтобы найти одну бутылку крепкого алкоголя и 3 воды, я не хочу. Заберу, ну, пусть будет так. В общем-то, все, больше на этой базе ничегошеньки нету. Да, бесполезна немного база. Обидно за тех, кто выполнял задание ради вот такого. Как бы, это все можно найти спокойно на любой другой локации, ну, на любой локации залутать. А не выполнять 5 заданий трудных, чтобы пойти на рейд. Ну а на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.